Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. В своих передачах мы уже не раз говорили о том, что в современном мире сохранение и защита традиционных ценностей становится одной из важнейших задач обеспечения национальной безопасности. В декабре 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ об утверждении новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В этом документе были актуализированы основные виды внутренних и внешних угроз, определены национальные интересы нашей страны во всех сферах государственной и общественной жизни. Отдельным разделом в качестве основных угроз национальной безопасности названы размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии, пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, попытки фальсификации российской и мировой истории. История нашей страны показывает, что внешние угрозы только тогда приобретали для нашей страны по-настоящему угрожающий характер, когда наши противники, наряду с внешней агрессией, проводили агрессию внутреннюю, стремились подменить наши ценности и наши идеалы, уничтожить нашу веру. Формы и методы этой борьбы мало менялись на протяжении веков, начиная от псов-рыцарей времен святого благоверного князя Александра Невского до польских интервентов смутного времени или фашистских захватчиков. И именно тогда, когда речь заходила не только о захвате территории, но и об уничтожении наших духовных и нравственных основ, любая война становилась для нас священной. В ответ на эти угрозы поднималась та великая и невиданная русская сила, равной которой не знала мировая история. Сила, имеющая своим источником самые сокровенные, глубинные духовные ценности нашего народа. Сила, которой всегда боялись наши враги и которую всегда ждали наши друзья. Враги России выучили уроки истории. И именно поэтому их подготовка к новой войне началась с расшатывания наших нравственных и духовных скреп, создания в нашей стране той самой пятой колонны, для которой отрицание наших ценностей, наших идеалов и нашей веры стало смыслом существования. Начиная с середины 19 века, Запад всячески потакал взращиванию у нас в стране целой плеяды политиков и общественных деятелей, которые, критикуя и разрушая православие, разрушали саму Россию. 13 июня Русская Православная Церковь вспоминала священномученика философа Арнацкого, человека уникальной судьбы, прозорливо видевшего главный источник наших бед и принявшего мученическую смерть за нашу православную веру. В 1915 году он писал: «Нашей интеллигенцией надо стать русской. Смотрите, вот жизнь христианская расшатывается в самых ее устоях. Религия и вера объявляются отжившими свой век. На место Бога люди ставят человечество и служением Ему хотят заменить служение Богу». Ровно те же мотивы и те же слова мы слышим и отчасти современной интеллигенции, а точнее полуинтеллигенции, как метко назвал эту прослойку великий русский философ Иван Ильин. В разные этапы российской истории самые разные силы и общественные группы выступали в качестве ударной силы Запада, стремящейся растоптать и унизить нашу историю, нашу веру, наши ценности и наши идеалы. В современной России на роль главного ударного отряда этой армии тьмы вышли деструктивные и тоталитарные секты, которые упаковали в красивую обложку самые темные и человеконенавистнические культы и практики. Сейчас можно долго рассуждать, что двигало руководителями и политиками СССР и Российской Федерации в конце 80-х и начале 90-х годов, когда для всех этих организаций был создан режим наибольшего благоприятствования. Когда-нибудь мы узнаем, зачем генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, имевший подробную и достоверную информацию о деятельности сектантов, встречался
с лидером секты иммунистов и под чьим покровительством небезызвестный Сёко Асахара беспрепятственно организовывал свои ячейки по всей территории бывшего СССР. Очевидно одно – все эти люди запустили внутрь нашей страны страшный вирус, преследовавший одну единственную цель – уничтожение России как самостоятельного и независимого государства. В 90-е годы мы подверглись беспрецедентной атаке западных тоталитарных сект и культов, проникших во все сферы общественной жизни. Впервые в истории нашей страны эта атака сопровождалась массированной информационной кампанией, охватившей все сферы науки, культуры и искусства. От школьных программ до театральных постановок, от художественных фильмов, сериалов и реалити-шоу до научных трудов и диссертаций. Подобно раковым клеткам, секты размножались, постоянно мимикрируя и подстраиваясь под меняющуюся ситуацию. Они пустили у нас в стране глубокие и прочные корни, составив ударную силу той самой пятой колонны, для которой уничтожение свободной, самостоятельной и независимой России является стратегической задачей, и которые всегда будут пособниками любых внешних врагов нашей Родины. Сейчас многие из этих сект окрепли, получили доступ к средствам массовой информации, глобальной сети интернет и уже претендуют на то, чтобы ставить себя в один ряд с традиционными для России конфессиями. Воистину пророческими стали евангельские истины о том, что много лжепророков появилось в мире, и приходят они к нам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Наиболее наглядно это видно на примере деятельности одной из самых опасных организаций «Свидетели Иеговы», чьи адепты сделали территорию нашей страны и нашей области полигоном для обкатки изощренных технологий психологического воздействия наших жителей, превращение их в бессловесную и покорную толпу, готовую к новым майданам ради интересов заокеанских кукловодов. Никаких иных целей, кроме разрушения нашей страны, превращения наших граждан в послушных и молчаливых рабов, у них нет. Поэтому сейчас именно эти силы представляют наибольшую угрозу национальной безопасности нашей страны, на борьбу с которой необходимо объединить все силы нашего общества не только ради спасения наших родных и близких, но ради сохранения нашей страны, нашей великой России. И с Божьей помощью мы выйдем из этой борьбы победителями. Будьте бдительны и храни вас Бог!